Как только что стало известно, наш дзюдоист Ильдос Сметов поборется за золотую медаль Олимпиады в Париже. Он вышел в финал весовой категории до 60 килограммов. В решающем поединке Сметов оказался сильнее экс-чемпиона мира из Испании. Следующий противник его будет из Франции. Напомню, Ильдос Сметов во второй раз в карьере пробился в финал Олимпиады. В 2016-м он завоевал серебро. В его архиве есть и бронза, игр в Токио. Но мы ждем теперь для коллекции золота, конечно же.